тебе встретился кто-то, кто вместе с тобой твою же жизнь проживает. Кто, иди нахуй? За что ты Павлушу? Да он заебал, бля. Мне только этот ТикТок попадался вчера. Я его не смотрел. Запомните, чат, одну важную фишку, которую я вам скажу. Какой бы там Павел ни сидел, что-то вам там не пи***л. Запомните, все абсолютно не так. Вы будете видеть то, что вам позволяет видеть медийная личность. А то, что вы не увидите, это не значит, что все заебать. Ни у кого в этой жизни не бывает такого, что не было конфликтов ни разу бытовых. У всех проблемы ебанутые. У всех. Это только в фильмах вот этот ебучий, блядь, жаркая любовь, там 10 лет идет у типов, они там ебут друг друга, как кролики, каждый день. Mm. Это пока только в сериалах. Да. Просыпаются, обнимаются, целуются, да. Да вы, блядь, заебать 2 года себя заебите, блядь, ебать в рот. Это первое. Нормальная практика у людей совместной жизни. Ссоры у вас тоже будут. И если бы вы там можете сидеть в Инстаграме, смотреть, бля, какая хорошая пара, блядь. Да сука, вы просто многого не знаете, вам не показывают. Слышишь? Идеальное бывает только одно, блядь, на показ нахуй и все. Да мы тоже советы можем давать. Типа, не пейте, не курите. Ебать, ребят, да тут художник. Тут художник, да, да. Мой дед, блядь. О, он еще и рукой машет, если сузить глазки. Ну, ой, блядь. Это... Да. Нет, это смотреть. Хороший. Ну, лайк. Я... Чё я? Я сегодня, прикинь, я вот сейчас назад... Нам не выжить без смеха, прям как без русского мата. Мой отец КГБшник, а моя мать с автоматом и мои... Дети солдаты карательных батальонов. Мои братья блестители наших тёмных районов. Я считаю, что это самая лучшая его, блядь, работа за всю историю, блядь, того, что он делал, блядь. Самая лучшая, блядь, работа у него. Настолько, блядь, охуительная, что даже до сих пор прикольно послушать. Gold on my wrist, я outlaw. Я когда тебя увидел, понял, что ты будешь моя. Весь твиттер расписал, как сильно я люблю тебя. Так, мы тут всем каналом ненавидим Кашина, если чё, поэтому хуйня ТикТок. Это тоже хуйня футболка. Блядь, заебали. Померила температуру, смотри. Ой, ты. Блядь, а чё сказать вот нахуй? Женщины не понимают, блядь, реально все женщины не понимают, что типа мужики температуру пиздец как по-другому переносят. Это факт. Тогда при нас... Да. Это не факт, это... Она на меня напиздела, что я выдумываю. Ну типа, что типа 37,2, это пиздец, с этим жить можно, блядь. Но женщина не понимает то, что у них порог болевой выше намного, и восприимчивость к этому всему намного выше, блядь, чем у мужиков. Бля, если взять ваши месячные боли от них, добавить мужику, я бы не выжил нахуй. Поэтому у нас температура тоже 37,2, это пиздец как плохо, чуваки. Я абсолютно согласен, все в наряд съебывались. Да. Вон, блядь, наоборот, лазарет точнее. На заре! На заре? 36,7. Ну, повышенный чуть-чуть. Я чувствую, что у меня уже все. Не, ну это какой-то, это какой-то выдумщик, блядь. Нет, у меня-то 37,2 было, блядь. Это чел на работу идти не хочет. Да. Как понять, что человек не подходит для семьи? Бля, да ебаный в рот, давайте узнаем. Жизнь. Назову 3 основных признака. Давай. Если ваш партнер соответствует Телеграм, сразу 3 признакам одновременно. Поняли. А почему? Давайте записываем. А почему мне это рассказывает, блядь, адвокат нахуй? Ну, он умный, потому что тебе ж с ним, блядь, потом работать. Он с высшим образованием, между прочим, человек. Ладно, погнали. Юрист. Бегите от него как можно дальше. Так, тихо. Я 25 лет занимаюсь бракоразводными процессами так. И знаю о причинах распада семьи не понаслышке. Давай, конечно, расскажи. Большинство людей привыкли познавать жизнь на своих ошибках. Бля, вот это, сука, меня так бесит. Как, знаете, заходишь, блядь, почитать, лагает, блядь, допустим, GTA 5. Блять, заходишь на сайт, и там просто, наверное, 5 абзацев просто какой-то ебанины, блядь. Что ж. Это опять очень хорошая конце... игра, там можно делать. Да, хорошая игра, это интересных. Игра посвящена. Ты, блядь, это читаешь, думаешь, блядь, но она лагает. Ты можешь мне, сука, по факту написать, блядь. И там в конце, так, лагает GTA 5, что же делать? Первым делом, проверьте компьютер на наличие вирусов.
Перезагрузите ваш компьютер. Дефрагментируйте жесткий диск. Убедитесь, что у вас установлено GTA. Да. Дефрагментируйте SSD-шник, пожалуйста, блядь. Блядь, короче, пиздец. И вот тоже, вот ты, сука, скажи, как узнать? И я уже, блядь, сука, минуту потратил на просмотр тебя, блядь, а ты мне до сих пор не рассказал. Как, ну, возможно, то, что я вам сегодня расскажу, позволит расскажи вам... Уже. Расскажи этого... уже, блядь! Итак, первый признак. Не подходит для построения семьи, это если рождение и воспитание детей не является его приоритетной задачей. Все, пошел в пизду. Так, телец 4. Я 4. Я 8. Скоро он признается тебе в любви. И вы будете красивой парой, он прилипнет к тебе. Оценки в школе пойдут вверх. Ура! А у меня, посмотри, что у меня на 8. А тут нет 8. Вот 8 есть. Внизу. А 8. В следующей неделе у тебя начнется белая полоса в жизни. Фигура начнет меняться в лучшую сторону. Ой, это про меня! Дальше, про меня, все. Так, ты не знаешь себя, все захотят с тобой общаться, и все только из-за того, что ты подарила мне 4 уведомления. Сань, это лайк надо поставить, про меня, коммент. Про меня. Не, Сань, про меня. Надо поставить лайк, коммент, бля, сохранить, как, еще репостить. Сука, ТикТок ограничить возраст и порог вхождения, как, блядь. Они узнали, что у меня фигура поменяется? Смотри, я уверен, я сейчас нажму на профиль, и там Чимин, блядь, будет нахуй везде. Кто это такой? Или Чонгук. BTS. Бля, нет такого. Ну ладно. Ладно. Here's the story about little guy who lives in the blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue. Like... Прошу граждан России не подпевать, за это можно присесть. А я могу. Давай, Сань. Blue house, blue window, and the blue carpet, and everything is blue to him and himself, and everybody around. Cause he ain't nobody to listen. I'm blue, da budi da budai. I'm blue, da budi da bubu, budi da budai, da ti da da bubu и бубу да ти да да. Hello. Я люблю, когда мужчина дорого пахнет. Ебать, что 98-м бразился, блядь? Ага, Блять, у них уже этот смайлик появился. Ёбаный стыд. Посмотрите. Бананчики. Ёбаный в рот. Бананчики. Бля, кахалы, смотри. Зубище. Это крыса, блядь. Это мышка летучая, блядь. Это, блядь, кожан, блядь. Кто? Кожан. Кожан, да. Кто такой кожан? Это вот кожан. Ну, это кожан, блядь. Это кавун. Нет, кавун это, блядь, арбуз. Бля, такая имбища была, там так все дешево было, блядь. Так оно до сих пор же существует. Нет, он. Нет. Нет, его выкупили уже давно. В Турции есть он. В Турции. Ну да. И в Европе он есть, по-моему. Я не знаю, там, блядь, мне не казалось. Такой же хуйня, как Эльдорадо была, и все остальное техносила. О! Это наш Челикс. Самый сервер. Это наш Челикс. Это наш Челикс. Я не к тому, что у него буква такая. Я к тому, что это наш Челикс, в смысле. Нихера у него 2 миллиарда просмотров. Да ты чё, блядь, это гений, сука. Он прям пиздец. Я жду, когда у нас сервак откроется, будет ебашить тут. Сразу такой, всем привет, блядь. У него тиктоки такие классные. Тот самый сервер. Тема. Это было не просто смело. Это было пиздец как смело. Я это не понимаю, мне это не интересно. Вот мне лично это не интересно, за других сказать не могу. Это... Блядь, Сань, выруби микро, блядь. Это печально. А что, дует? Поэтому быть, да, пенсионером мне очень даже хорошо сейчас.
Болтовня, хватит эту болтовню слушать. Говно этот Советский Союз. Я как бы не понимал, мне просто такого пиздеца. Я думал, это просто что-то какая-то там, ну знаешь. Я не очень понял контекст. Что-то был занят еще в этот день. Ну что это за пиздец? Ну как это может быть в 21 веке? Это мой дом. Хочется умереть достойно, чтобы тебя семья вспоминала, и дети тобой гордились. Блядь, охуенно. Да, мне было страшно, но я это сделал. Я говорю, Миша, мне похуй. Я чувствую. Я не могу молчать. Ну вот какая разница? Ну, Миш, какая ты с ником разница? С таком? Конечно. Я не хочу с этим говном жить просто. Я хочу забыть и все, понимаешь? Копейки. Совершенно копейки. Супер гуд. Сомнительно. Но окей. Но это их выбор. И я не могу на них их осуждать. Это дворец советов? Ну хотя осуждаю. Я не могу их осуждать. Ну хотя осуждаю. Жду новый сезон до этого, как он называется, Залупы. У меня ебать идея, если бы на этом... Угу. Мы вот, поняли, что твои идеи больше недели не живут, блядь. Нет, он сейчас он разрабатывает сейчас. Что там вообще, какие изменения, какие там пиздец, я тебе говорю. Блядь, что тебе рассказывать, там бля, свой форк ядра, блядь. Там, блядь, два ебаных гения школьника, блядь, Шалдар и Булдар, блядь, ебут нахуй все, переписывают все плагины сейчас, блядь. Ядро я, уже готово, да. Ну, нихуя. Вот моя. Вот так. Это я когда отсюда. Это ты, когда микрофон вырубишь. Да блять. А-а-а, да. У них и это есть. Надо VR собраться. Опять. А ты видел, какие хэштеги там были, блять? Ой! Ебать, стрёмно! Что за ужас? Ой, блядь. Там какашка, блядь. Какашечка. Чувак, что-то, блядь. Бля, Дима, этого Диму, блядь. Дима таракан. Старый Ликс. Малет твоя, блядь, кем на него обилей, блядь? Малет твоя, блядь, пизда пит, блядь, у, блядь, Ювентус вит, блядь. Или что это, тетя, малет твоя, пизда пит, блядь. Жених твоя, блядь, канал, блядь, у Акова обилей, си, блядь. Женихи твоя, блядь. Женима да посижу, блядь. Женима да посижу, блядь. А что это значит? Поэзия, Сань. Да? Блядь, тут глубокий смысл. Сань, там объясню, глубокая там мысль, просто... там не поймешь реально. Это котик, несмотря на преграды, пришел к своей кисоньке. Да, так да. И ты иди. Несмотря на насильник. Главное это желание. Факт. Он насильник и мужлан. Сань, к киске своей пришел, да? Что? Короче, чат с мужлана плюс чат, реально, бля. Посмотрим, сколько нас таких. Не, я каблук. Я мужлан, а я мужлан. Я каблук, а я каблук, а я каблук, мне похуй. Бля, я за семейное спокойствие и благополучие. А если спорный момент... А, я вспомнил, я, короче, вчера вернулся к этому видосу, понял? Опять, посмотреть, сколько там жоп взорванных. Там меня, блядь, начали хуесосить, и я такой говорю. Слушай, уважаемая женщина, пойдем в личку попиздим. Я говорю, я тебе всю позицию вообще распишу. Угу. Пожалуй, воздержусь, мне ответили. И ты начал, да, ты, сука, вафля, нахуй! Нет, потому что ты мужлан. Я такой, о! Я говорю, так ты лучше меня самого знаешь? Зачем мне общаться? Я говорю, все, мать, я говорю, можно на этом закончить. И знаете, что она написала? Внимательно слушайте. Зачем мне общаться с привилегированным полом? Я такой, ой, блядь. Ну не общайся, блядь. Ебать. Я б конечно... Переебал бы. Ой. Я, конечно... Я в твоих глазах паркетная доска, а ты линолеум, что ли? Нет, я ничто не хочу... Ну, я, конечно, никак не хочу ни на что намекать, но откуда она знает, как ты с кем-то себя идентифицируешь? Не знаю. Она меня точно ущемила. Надо она, было ее да, оскорбила.
Нет, ну как вот может знать человек, кем ты себя идентифицируешь, если вот она всё так... правильно. Вот, ничего неправильно. Алло, ребята, нахуй. Ничего неправильно, это полный пиздеж, блядь. Женщина вот у нас не, тут подожди, может сделать все, что поговорить? Угодно. Ну, как, хотел поинтересоваться и слить впоследствии, понял, типа, потому что... Но там с нулевой слив произошел. Вот женщина там! Вот там и надо выебываться. Там женщинам даже запрещают на учебу ходить. Вот это пиздец. А тут все можно делать. Все можно делать. Но почему-то все выебываются тут, блядь, а не там, нахуй. Вот что меня, блядь, настораживает, понимаете? Потому что есть возможность, блядь, очевидно. Там-то не будет. Выебывается тут, сука, а не в среднем веках, блядь, сука, заебали. Вот, а я про то же, блядь, нахуй вы тут выебываетесь, тут, блядь, все стремится вперед, нахуй, к равноправию, блядь. А там вообще пиздец. Вы вернитесь, блядь, во времени и выебывайтесь там. Вот именно, блядь. Вот и все, нахуй.